под раздачу, то Шливанчин даже не решился начать. Дриблинг, и здесь Агумбеев в сторону на Томпсона. Здорово, но передача на уровне колена немного смутила. А здесь в быстром отрыве передача уже был перекрыт. И вот здесь полностью открыт, и Зак Смит, ваты, по крайней мере, атаку без нарушения правил смог остановить. И Далтон мяч из-под кольца добавил. Мотовилов на третий сверхзвуковой. Мотовилов в левую сторону идет. Сложный бросок. Смог мяч у Думака выбить. Мотовилов в угол на Борисевича. Борисевич! Мы слышим, мажет. Ребич в проходе. Легкие два очка в быстром отрыве. Томпсона будет решать в изоляцию. Хороший хезитейшн. Заморозил буквально Томпсон. Я, наверное, привык в матчах Самары. А вот Агумбеми Джексон. Подписание контракта. Агумбеми Джексон. И это с фолом. Мотовилов. Кольцо до конца не пошел. Агумбеми Джексон с отскоком. Скажем так, вряд ли он подобное попадание прям вот задумывал реализовывать позиционку. Агумбеми Джексон через Викторова. Так вынужденно открытый не попал, а вот под сирену без раздумий. Атаковал так же, как Шливанчин перехватил его. Микульский на Чебашика. Чебашик две подряд. Будет, будет. Бэмми Джексон в ответ тут же чехлит Шливанчинина. Микульский точен из-за дуги.